Традиционный конкурс-фестиваль состоялся уже в 7-й раз. В этом году поделиться своим мастерством и набраться опыта приехало около 70 коллективов из 23 муниципальных образований Подмосковья. Многие уже стали постоянными участниками творческого фестиваля. Прошлый год рядом со мной сидела женщина из Клина и помогла мне разобраться в той технике, которую я недопонимала. И в этом году я уже по ее разработкам, по ее подсказкам сделала свой мастер-класс. Так что сегодня мы его представляем, это бусины из граненого жгута. Сюда мы приезжаем уже 5-й год, нам очень нравится. Здесь дух... Удивительный дух радости, удивительный дух новшества. И самое главное, что здесь дается детям, самое главное, что здесь лечатся детские души, лечатся наши души. В прошлом году мы не участвовали, мы были просто гостями. А в этом году мне очень нравится, очень хорошо, очень интересно и для себя много нового. Вообще интересно. Хорошо, что этим вообще кто-то занимается. После официальной части начался концерт, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие творческие коллективы Центра детского творчества «Импульс» и видновских школ. Праздник продолжался несколько часов. Бисероплетение, народная глиняная игрушка, плетение ковриков, несколько техник изготовления кукол, поделки из природного материала. Всего не перечислить. В фестивале творчества 2010 было представлено около 100 мастер-классов. Здесь появились вот эти вот украшения, которые делают из бисера. Таких в прошлом году не было. Много интересного. Вот поделки, все это очень так интересно. Мы смотрим, вот ходим с сыном. Все очень интересно. Я еще все не обошла, но очень все красочно, красиво. И дети так хорошо все делают. Очень понравилось. Я попробовала вышить лентами коврик. Я плела кукол, но там было плетение без иголок, просто завязывали нитками, а здесь уже используется иголка. Я не знаю, что бы еще хотела попробовать, я посмотрю и выберу. Мы уже успели сделать глиняные игрушки, сейчас мы делаем мячики, после хотели бы пойти на бисер. Завершился фестиваль круглым столом на тему «Развитие идей и практик воспитания в системе дополнительного образования». Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.